Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Warriors 44 версия Ultimate, то бишь шестую главу, которая стала доступна после апгрейда до Ultimate. И, собственно, у нас атака сил Одина на штаб-квартиру, можно сказать, ну, на штаб армии сопротивления, на тот замок, в котором они сидят. В прошлой серии на нашу сторону перешел Локи. Также появилась Гея, которая рассказала, что все обстоит, ну, очень не очень. И как же, говорит, нам разобраться со всем этим кошмаром? Ну ничего, мы сейчас разберемся. Ну, по крайней мере, сейчас у нас задача отстоять замок наш. Отбить атаку. Да, тут Якимура спрашивает, а что же случилось с настоящим-то Персеем? Ну, говорит, я, говорит, не могу тебе сейчас сказать. Потом, говорит, я тебе поведаю по секрету. Сейчас как раз говорит, что он не может этого сказать. Но, говорит, я еще, как говорится, расскажу тебе потом. Ну, Якимура изменяется, говорит, прости, что надавил. Скажешь, когда будешь готов. Сейчас, говорит, нам надо сосредоточиться на убиении всех сил Одина, которые на нас напали. Ну, наглые какие. Взяли и напали. Ну, говорит, ладно. Ты, говорит, можешь рассчитывать на меня. Да. Сейчас мы устроим Варфоломеевскую ночь. Такая довольно-таки непростая миссия. Там дохрена народу нападают с разных сторон. Нужно быть одновременно в нескольких местах. И тут Якимура с Локи постоянно терпят. Им вваливают по полной программе. Ну ладно. Если бы я это не прошел, этой серии бы не было. Так что разберемся. Как они пропустили целую кучу народу внутрь замка, а? У них что, дверей что ли нету? Да, тут нам показывают, что можно теперь свечком поделать муссол. Когда загорается некий ореол. Но я этой фигней никогда не пользовался. Мы и так нормально. Масанор этот всех разберет, что называется. Я, кстати, при прохождении тоже решил ходить за рекомендуемую Тиму. Я, конечно, мог бы включить своих самых лучших бойцов. Там Джуджун, того же Одина, Айю, например, или Афину. Они у меня хорошо прокачаны. Но так будет неинтересно. Хочется еще раз на всех посмотреть. Так, не добили.
我が神通力味わえ。ダビリ、私を助けてくれるとはね。つくづく君たちは優しいんだ。Если что, замучаешься, блин, по этим всем переходам скакать. Так. Духа убили. Он Юкимору уже сколько наловил. У него почти половина хп осталось. Давай, Бенкей, покажи, как дерутся мистики. Так, ну и последний. Внутри замка. Квазир. Так. Джинфэй выпил. И сразу усилился. Силу самогона. Силу самогона никто не отменял. Ну то ты дай цы, конечно. Хулиганка ушастая. Опять начала козни строить. Вместе с дедом-пердедом. Так, тут нас нифига не пустят. Нет, нужно отбить эту атаку. Ужас. Их тут дофига. Так, выпьем еще самогончику. Только не добил. И теперь надо, блин, вокруг. Заблудился я. Ай. Понастроят, понимаешь? Фигню всякую. Плутай тут потом.
И еще целом куча народу, блин. Ну, печально. Зевс тут один не справится. Ну что, мы сейчас поможем. Так, на всякий случай еще и командира базы вынесем. Так, у них проблемы. Надо сбегать им помочь. Блокируют они еще. Как они смеют? Да геи наконец-то дошло, что они не просто так напирают эти самые вражеские силы. Скорее всего, говорит, там кто-то их призывает. И тут до всех дошло, что единственный, кто может это делать, дед-пердед по имени Киамори. Так, Локи вызвался пойти наказать Киамори. Ну, сейчас гоняем. Но надо очень шустро его загасить. Так, Данзи спряталась. А, попал все-таки. Я его сначала заморозил, но он все-таки отмерз. И попал. Блин, чё мы все в проблемах-то, ё-моё, пипец какой-то. Играть не дают. Бегай их, спасай.
Да уже бегу. Так. Сейчас размотаем. Тут одни недобитки. Вроде все нормально. Побежали дальше. Как будто это они сами со всеми расправились. Гордые такие бегут. Так, быстро добейте, говорят, Шкиамори. Ну, сейчас быстро добьем. Все, норм. Так, побежала армия, расстроилась, обиделась, сказал, мы с вами больше не играем. Так, еще и подкрепления прибыли к армии Одина. Замес тут, конечно, опять капитальный. Со всех сторон прут и все враги. Пишут, что кто-то там контролирует монстров, но наплевать, я их и так убью. Давай. Сила самогона. Ну все, готов. Так, что там у нас? Проблема у Зевса, походу. И у Локи. У Локи большие проблемы. Ну, очень большие проблемы. Так.
Так, отвали, не до тебя. Добьем, не добьем. Ну, по крайней мере, шороху наведем. Самое смешное, что вроде как Дадзи нам тут достала, но при этом она в поддержке. Остался последний, походу. Контролитель монстр. Контролитель. Люблю я новые слова придумал. Зевс в проблемах. Придется сейчас Зевса еще спасать, бежать. Но этого надо тоже убить. Бункей. Мощный, какие атаки-то проводит. Так, убейте монстров, спасите Зевса. Задача у нас теперь такая. Ух, народу-то. Не заметил. Нормально, 1000 комбов, 1000 ударов. Так, восстановим себе мусоу и усилим оружие. Здесь порешали. Там он еще есть один монстр. Ну теперь хоть от ворот открыто. Кристалл получили, кстати. Так, короче говоря, трубят отступление. Все.
Мы отбились. Так, ну тут, собственно, они будут долго-долго разговаривать, но смысл в чем? Смысл в том, что Один вернулся, несмотря на то, что его физическое тело было уничтожено. И Гайя знает почему. Оказывается, хоть тело Одина было уничтожено, но его душа осталась цела. И пока его душу не уничтожить, он будет возрождаться снова и снова. То есть для него восстановить его физическое тело не проблема, как, например, для Зевса. Или для этой Геи, вернее. Почему у них по-японски вроде как Гайя? Она же Гея. Хотя фиг его знает, может быть, это у нас неправильное произношение в России-то, матушки. Ну, короче говоря, они тут долго обсуждают это, мусолят. Я в двух словах сказал то, что они и в 10 предложениях не убираются. Так, целая куча всякого. Очень много материалов. Прокачивать еще надо героев-то, блин. Уж очень высокоуровневые миссии. Ну вот она как раз и рассказывает об этом. Короче говоря, чтобы его уничтожить, надо найти, где же его душа. И как, говорит, мы типа того, что это сделаем? Надо, говорит, просто посмотреть, проследить его передвижение, когда он в этот мир попал, в каком-то из месте, где он побывал, мест, вернее, где он побывал, он и спрятал, типа, свою душу. Поэтому надо инвестигейтить. И обнаружить. 飲み込みが早くて助かるわ。ゼウスの言っていた通り、ここには賢い子が揃っているみたいね。では、直ちにその場所へ赴くとしよう。ガイアド、ケイには道案内を頼みたい。いいでしょう。さあ、ついていらっしゃい。 Ну и погнали. А тем временем Зевс, собственно, вспомнил, как он блуждал в образе души после того, как Арес его предал и
погибло его тело. Оказывается, его душа блуждала по этому и другому мирам. Ну а что было с его душой, узнаем в следующей серии, в одной из следующих серий.